Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео мы будем отмывать кран в ванной комнате. Отмывать мы его будем от ржавчины, отмывать будем его до блеска, до чистоты. Сделать это можно с помощью обычного уксуса. Уксус у меня столовый, 9%. Необходимо развести уксус с водой в соотношении 1 к 1. Теперь берем обычную губку, распределяем раствор воды и уксуса по всей поверхности крана. Там, где загрязнения серьезные, я беру влажные салфетки, обмакиваю их в раствор уксуса и прикладываю к сложным участкам загрязнения. Оставляем раствор для взаимодействия. Через 2 часа убираем салфетки. Теперь беру зубную щетку и отмываю остатки ржавчины при помощи того же раствора, вода и уксус. Друзья, вот такой вот красивый блестящий кран у меня получился в итоге. Уксус не только разъедает ржавчину, но и прекрасно возвращает блеск сантехники. Надеюсь, что способ вам понравился, будет вам полезен. Обязательно пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Марина, скоро увидимся.